вами, и мы рады приветствовать всех, кто выбрал футбол сегодня. Георгий Чер... Двое центральных полузащитников отвечают за креатив в атаке. А вот третий сдерживает наступление противника. Перед нами состав Торино. Два игрока впереди отвечают за взятие ворот. Мощная центральная линия призвана обеспечить им поддержку. И с нами, и мы рады приветствовать всех, кто выбрал футбол сегодня. Георгий Чер... Двое центральных полузащитников отвечают за креатив в атаке. А вот третий сдерживает наступление противника. Перед нами состав Торино. Два игрока впереди отвечают за взятие ворот. Мощная центральная линия призвана обеспечить им поддержку. И с нами, и мы рады приветствовать всех, кто выбрал футбол сегодня. Георгий Чер... Двое центральных полузащитников отвечают за креатив в атаке. А вот третий сдерживает наступление противника. Перед нами состав Торино. Два игрока впереди отвечают за взятие ворот. Мощная центральная линия призвана обеспечить им поддержку. Почти подошли к воротам, но защитник начеку перехватил он эту передачу. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. Фабиан. Алан. Неудачно распорядился игрок мячом, и соперник не преминул этим воспользоваться. Попадает под прессинг.